Сегодня в Москве в траурном зале ЦКБ проходит прощание с российским певцом камерунского происхождения Пьером Нарциссом, который умер 21 июня в возрасте 45 лет. Как стало известно ранее, траурная церемония пройдет в Москве, а похоронят артиста, согласно желанию родственников, в Камеруне, где находится семейный склеп. Церемония прощания с Пьером Нарциссом была перенесена сначала с 25 на 29 июня, а затем на 30 июня по причине того, что бывшей жене певца не отдавали тело усопшего. На прощание пришли бывшая супруга Пьера Валерия Калачева, их дочь Каролина Кристель, представители посольства Камеруна, поклонники, близкие певца и много его знакомых. При этом на похороны не явились мать и сестра Нарцисса. Исполнителя хоронят в черной кепке, усыпанной стразами. Именно так он выглядел при жизни. Гроб с артистом утопает в алых и белых розах. Громко звучит живая музыка. Жена и дочь Пьера Нарцисса стараются держаться, постоянно утирая слезы. Напомню, артист скончался 21 июня в Москве. Он страдал от тяжелой формы подагры, которая и привела к развитию сопутствующих заболеваний. По словам пиар-менеджера, Нарцисс не перенес экстренную операцию на почках.